«Не смотрите наверх» — это сатирический научно-фантастический фильм режиссера и продюсера Адама Маккея. Лента вышла в конце 2021 года и стала одним из самых обсуждаемых проектов. Давайте вместе разберемся, чем «Не смотрите наверх» зацепил и критиков, и зрителей. Что касается сюжета, то действие ленты происходит в наши дни в США. Молодая сотрудница обсерватории Кейт Дебиаски в исполнении Дженнифер Лоуренс живет обычной жизнью, но однажды через телескоп замечает огромную комету, которая грозит уничтожить все живое на планете. Вместе со своим научным руководителем Рэндаллом Минди в исполнении Леонардо Ди Каприо девушка отправляется в Вашингтон, чтобы сообщить дурные вести властям, но встречает непонимание и скепсис. Пресса тоже не воспринимает ученых всерьез, а до смертельного столкновения осталось всего лишь полгода. К Земле летит комета, которая точно уничтожит все человечество, но никто не обращает внимания на эту информацию. А дело в том, что современное общество больше интересуется фейковыми новостями и грязным бельем из мира шоу-бизнеса. Поэтому и плюет на свое будущее и действительно важные новости. Об этом и хотел сказать Маккей. И у него, кстати, получилось донести свою мысль. Вторая идея. Ничто не беспокоит политиков больше, чем их собственная карьера. В фильме «Не смотрите наверх» ученые приходят к президенту США, которого играет Мэрил Стрип, но ее совершенно не волнует надвигающаяся катастрофа, она беспокоится лишь о результатах предвыборных опросов. Третья мысль, на которую обратил внимание Маккей – рост власти технологий над человеком. Одним из героев фильма является глава технологической корпорации, который похож одновременно и на Илона Маска, и на Марка Цукерберга. В его компании создали специальный гаджет, который транслирует новости, но в нем нет места информации для кометы-убийцы, а новости и сплетни о поп-звездах – пожалуйста. В итоге получилось кино, которое буквально молит человека вернуться к здравому смыслу и не теряться в своих иллюзиях, иначе есть шанс потерять связь с реальностью. А вы уже успели посмотреть фильм «Не смотрите наверх»? Если да, то обязательно рассказывайте в комментариях о своем впечатлении. Подписывайтесь на канал «Утро новости», мы расскажем еще немало интересного из мира кино.